Я его потерял немножко раньше. То есть я его потерял, когда я ушел из «Короля и Шута», я тогда его потерял уже, в принципе. Но сейчас, когда его нету, у меня в памяти, в принципе, остаются в основном какие-то, ну, светлые, темные и теплые вещи про него. Поэтому, когда его не стало физически, я его начал заново обретать. Вот такая вот, наверное, история.